Столетняя история знаменитой усадьбы писателя Алексея Толстого с момента основания до открытия музейного комплекса представлена на выставке, которая и открылась в самом доме. Ее авторы смогли выявить 9 смыслов и раскрывают их для посетителей через сохранившиеся уникальные документы, фотографии и предметы. Они хранят историю рождения усадьбы и неоднократной смены владельцев, судьбы некоторых хозяев и квартирантов, коммунальные истории усадебных домов и этапы создания музея в усадебном пространстве. Можно говорить о каком-то дворе, в месте, которое некоторое время пустовало, некоторое время здесь были какие-то постройки, потом они в результате пожара там или других катаклизмов исчезали. А пока, наконец, не была построена эта усадьба, и она уже здесь встала, ну, будем говорить, навсегда, потому что с ней, слава богу, ничего не случилось. Центральным элементом экспозиции стал макет усадьбы в масштабе 1:40, который показал, как постройка должна была выглядеть по первоначальным чертежам. Макет усадьбы состоит из 5000 деталей. Среди материалов фанера, картон, проволока, пластик, до 15 видов клея и лакокрасочных материалов. Это ныне такой тренд, есть музейный, потому что эта тенденция, я замечаю, и в других музеях нашей страны, когда на экспозициях вместе с артефактами появляются модели чего-то, макеты, диорамы и так далее. Потому что наша страна такая огромная, такая замечательная, но, к сожалению, все поместить в музейную экспозицию по ряду причин просто невозможно. Выставка будет открыта до октября. При этом по четвергам и субботам будут проходить особые расширенные экскурсии по экспозиции, которые будут проводить сами авторы. Записаться на такую встречу можно через социальные сети музея. Виктория Шаре, Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.